ощущение слышно. Правда, я еще слышу. Да, молодец, сама вызвала лифт. Такая модненькая, вид. В пальто модно. Вообще, да? Угу. Это пальто, я понимаю. Угу. Мама. Мама. Чего есть лёдка? Ой, девочка какая-то. Продукцию надо купить и подарок рыбу. А мы будем у Насти рыбу готовить? И быстро приготовить можно. Не очень удобные кроссовки вот эти вот Air Max. Сбоку не расстегиваются, шнурки все время развязываются, и вот эта липучка все время отлепляется. 3,5 новые стоят. Ну это недорого, Заре столько же стоит. Ну ладно. Это по крайней мере кожаные. И Nike, они, наверное, удобные внутри хотя бы. Nike. Молодец. Ой, оттенка. Оделась? Нет. А шапку будешь надевать? Шапку будешь надевать? Шапку, давай оденем. Надевать. А где твоя шапка? Рюкзак брать ее? Мама. Мама. Сейчас мама тоже одеваться будет, да. А мама раздетая. Так, мы пошли в метро, снимать ничего там не буду. Ничего там снимать. Ой, пицца. Привет. Что, нет еще пиццы? Привет. Нет пиццы? Привет. Питю. Что? Вот где-то сейчас я не сказал, я такая голова. Питю. Блин, это... Питю. Уходи. Питю. Иди, иди, иди. Скажи, Настя, привет. Привет. Можно тебе еще такое? Нам даже бухать не лежит. Да ладно. Да, всем чай наливай. Вообще отстой. Вечеринка отстой у вас. Такое же? Да, ну так. О, подарки детям. Здорово. Это же пакет с зелеными надписями. Я не убедил. Это холодное? Это же фасоль. Давайте. О, спасибо. Давайте. Ай! Аня! Аня с кружки пьет, красивый. Крепкие, легкие будут. Вот, а что, Аня? С Новым годом! А, ты порешила за руль? Ой, это же Данька! Картошкой. Ты будешь пить с картошкой? Ну, а ты морковку? Ты что, худеешь, что ли? Я люблю морковку. Ну что? Не обязательно худеть, чтобы любить что? Морковку. Цыпленок, томатный соус, моцарелла, ананасы. Супер. А что мы можем приготовить? Салат овощной к пицце. Я пиццу буду есть. Я хочу суши. Я хочу суши. Эмма. Это Эмми. Эмми, дай. Открой. Дай, девочки. Эм, смотри, тебе принесли. А сырную спасибо, или 4 сыра? Спасибо, мой хороший. Сырную или 4 сыра? Просто сырную, как дешевле которая. 4 сыра и сырный борт. Нет, которая 4 сыра. Стойте, я сейчас принесу все. Все принесу сейчас. Так, Ром, это тебе с Новым годом. Мне кажется, с единорогом выйдет. Это тебе. Спасибо. У тебя без двойной выдержки. А это кому? Это тебе. Ого. А это тебе, да, Илюх. Спасибо большое. Может, на прошлый Новый год ты мне вернула подарок. Нельзя ли твой день? Блин, Аня, ты вообще попала, конечно. У меня нечего пока. Подожди. Вот это наклеивать, да. А мне кто? Тебе никто, все. Нет, Веда Илюхе сделала. Илюха мне делает. Илюх, ты мне делай. Илюх, делай мне. Делай мне. А что мне делай мне? Тебе Веда должна делать. Веда тебе сделала. Ты мне делай. Ну давай бумагу. А у Никиты, да, у Никиты есть. Телевизор показывает. Блин, я забыла. Актер? Нет. Кто еще может быть, если не актер? А я живой? Ты? Нет. Да, да. Как да? Ну как сейчас? Новое дело. Ты так же живой, как он, все мой, короче. Это подсказка, парень. Я сегодня не Нагиев. Я не пилась. Не Нагиев ты точно.
Физрук, где еда-то? Где еда? Тогда я ей должен был. Я тебе скажу, что мы сегодня будем подсказывать. Рубинштейн? А знаешь, самое смешное? Так я отгадала и нет. Ура! Рубинштейн — это самый известный психолог. Все знают. Это двоим меня и наверное. Можешь, ты можешь это слово первое нарисовать, Никита. Не надо, не надо. Так, внимание. Подожди. Мы угадываем фильм. Первое слово угадываем сейчас. Первое. Первое слово. Первое слово фильма. Так. Понимаешь, да? И мы рисовать нравится. Силач, сильный качок. Я не знала, это по крайней мере. Силач. Все, я теперь не знаю. Сильная жара. Сильный. Нет, шикарный. Ну, слабый. А дуванчик парит. Устал. Устал. Первый уставший. А, уставшее солнце. Уставшее солнце. Что такое? Я что за... Что это такое? Уставшее. От солнца. Уставшее от солнца? Что это? Блин, а это что, мы тупые? Утомленное солнце. Да. Я знаю, это, я знаю название, но я так... Не важно, название. Да что, я тоже не понимаю. Аня, а что это за фильм? Я не знаю. Не важно. Здесь Гайдай, главное использовать... Да какой Гайдай? Никит, Гайдай. Что это за кино? «Утомленное солнцем» — это очень интересное кино, а советское кино. Режиссера. Советское кино, режиссер, я не помню. Не «Белое солнце пустыни», а советское. Давайте мне следующую карточку, я буду... Нет, давай, а что это тут там делает? А что не, с Никиткой играешь? Никита. Зомби пришелец, как в маньяке. Скиф, я не зомби. Маш. Я уже нагреваю. Кому? Да. Что, Ромка? Да. Маш. Чья команда угадывает, тот рисует. А-а-а. Словещие мертвецы! Тихо, давайте. Все, я... Он угадал. Правда? Да ладно! Угадал! Актер вообще! Давай, нарисуй! Один, второй еще! Покажи бумажку! Да, да. Покажи бумажку, честно? Да конечно! У нас новая игра, значит, да, Вета написала кучу фильмов, на карточках мы их тянем и рисуем на доске. И надо отгадывать. Ты! Никит, ты чего орешь? А ты че? Так, подожди. Джуманджи. Да. Молодец. О, Рома, вообще. Красавчик, давай. Дай торт есть. Тихо. Не знаю, фильм. Я тоже. Ну, мои чуваки. Я вообще не понимаю, о чем речь. Просто давай еще рисуем. Правда, я еще рисую. Ты еще рисуешь. Нет, пожалуйста. Нет, Вет сейчас рисует. Давай, Вет, иди. Слушай, а что это за фильм был? Светка с ресницами. Нет. Ребят, тема все. Это был парашют. Ну, не ори. Это пистолет нарисовал. А, это пистолет? А я туда все подумал, ботинок. Мне больше вот это понравилось. Ребят, мне вот это больше понравилось вначале. Вот, угадывайте. Главное, чтобы пробраться. Блин, может на дачку? Че? Заедете к нам на дачку? Да, я, нет, я могу завтра реально с утра натупить. Слышите, эй. Я могу на дачке завтра поехать натопить, а к вечеру там будет тепло и хорошо, и мы можем приехать. Вот так вот. Нет, серьезно. Где готовы? Ну, ребят, 5-го Настя уже. Ну, а мы тоже у 8-го. А мы нет. А мы нет, мы к вам на дачу поедем тогда. Третьего завтра у меня день рождения.
после этого совершенно свободно. Нет, подожди, сегодня какое? Третье? Второе. Ну, можем с третьего до четвертого потусить. А она работает четвертого. С четвертого на пятое. Да, на электричку. С четвертого. Ты на мольберт, да, и главное? Нет. Ну что, третий еще? Вот так вот, да. Ну это значит настоящее. Сюда. А, ну все, сейчас тогда надо их справа. А Илюх почистить? Или сам почистить? А Илюх сам приедет почистить. Ну и все, мы нахуй.